Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог Cam with Man, мой ежедневный видеодневник. Сейчас находимся мы в машине непосредственно, в тачечке, и поедем мы в Обби, магазин Обби, тот самый магазин, в котором я затаривался все херовые тучи выпусков свободной темы, всякими трубами, болтиками, гаечками, железочками, колесиками. А едем мы за лобзиком. Да, друзья, за лобзиком. Кстати, можно тоже сделать свободную тему об этом, о том, что мы будем делать. Поэтому я сейчас пока не буду вам говорить. Хотя вы уже забыли. Мы что-то снимали, когда покупали. Ладно, забудьте пока. Короче, едем за лобзиком и цветы посмотрим какие-нибудь свеженькие. У них, может быть, что-нибудь прикольное есть. Ну, домашние, в смысле, домашние. Домашние цветы. А дуванчиков-то у них нету. Приехали в Обби. Идем в Обби. Глядим в оба. Коляску брать не будем, ибо нечего вести. Лобзик. Для одного лобзика коляску. Теперь я имею лобзик. В смысле, вот у меня есть лобзик и вот такие вот, да, такое полотно. Типа... Нить. Типа нить, да, но она не нить, здесь она спиралью, но нитки не было. Мы попробуем этим сделать то, что мы хотим. А еще нам надо бы, знаешь, что? Наждачку. Наждачка есть. Ну, хотя наждачка есть, да. Постоял, послушал всего секунд 10, захотелось писать. Иртыш! Иртыш! Отец! Омска! Поднялся, да вообще не ведомых высот. Затопил все деревья вон там, блин, тут, конечно, вам хреново будет видно, но реально, короче, берегов не видно, потому что по самые кусты поднялся. Вот, такого я не помню, если честно, какой-то, хотя и снега в этом году не так уж много было, по-моему. Проезжаем, кстати, этот, вот тут вот XL, был такой клуб, сейчас не знаю, что там, мы там разочек выступали, два разочка выступали. Вот бы еще повыступать бы там. Там клево было. Напоминаю, 31 мая играем в рок-клубе на Соляночке. Всем быть. Всем быть. Ну, часов 7, наверное, это будет, не знаю. Еще надо бы посмотреть, не будет ли у меня там смены. Я надеюсь, нет. Надеюсь, это вообще воскресенье. Или суббота. Какая разница? Ах, какая разница, какая разница. Метромост без метро. Ну что ж, лобзик у меня уже в гараже. Будем скоро выпиливать из пенопласта, скажу вам по-честному, из пенопласта. Вот, кстати, досмотрели сегодня вторую часть «Властелина колец», начали смотреть третью, заключительную. Опять же, режиссерскую версию, четырехчасовую, там 4:23, короче, она идет. Мы посмотрели только 1:23, осталось еще 3 часа смотреть. Но, блин, это такой фильм, который... прям вот так вот тебя захватывает, и надо затариться попкорном там. Ну, правда, мы не затарились, но надо было. Вот. И, кстати, еще коллега посоветовал скачать на мейле «Властелин колец» игруху 13 гигабайт. Я же, вы знаете, я не игроман и вообще не игрок. Но 13 гигабайт, и я подумал, блин, ну мне просто интересно, что это будет. Я распаковал в 15 гигабайт. У меня осталось на жестком 26 гигов, и прям, я не знаю... Вот, ну, короче, установлю, не знаю, может, летсплейщик сделаю. Да нет, ну это вряд ли, наверное. Хотя напишите, интересного вам было бы посмотреть просто пробничек. А мне, в принципе, было бы, может быть, даже интересно сделать. Хотя не знаю, я все-таки не... Это только ради какого-то угара, что-то поболтать на микрофон и в это время играть. Потому что я не очень вижу смысл. Вот, ладно, друзья, все, отправляюсь монтировать, спать. Завтра репетиция, завтра у чекаута репетиция. Потом магазины. Я заснул. Все, друзья, увидимся завтра на репетиции, ну, возможно, до репетиции. С вами был Майк, удачного вам воскресенья. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, следующего тоже. Да ладно, шучу, конечно. Давайте, не унывайте, держитесь. Если вы из Омска, то вы в курсе, что погода дерьмовенькая, потому что там дожди какие-то, пасмурность. Если у вас в вашем городе солнечно, то здорово, чуваки. Радуйтесь жизни. С вами был Майк. Покеда! My name is Michael. I watch you.
white gloves and many different pictures. You have ever seen 9/7? Perhaps twice, and here at Scotland Beaches, at Scotland.